Батя, а почему мамы долго нет? Сейчас узнаешь. Это мамина голова? Я просто узнал, что она мне изменяет, и чтобы не натыкаться на меня, она пошла к подруге поточить ногти, но перестаралась. Блять, я чё, с тобой остался, что ли? Заткнись, петух. А вот и этот сын твоей мамы. Дядя, сейчас тебе мой батя пи***д даст. А ну иди сюда, Питер. Я сейчас тебе пи***д дам. Питер Парко, может как-нибудь без драки разберемся?